have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Здрасте. Всем здорово, но вот этот они меня оставили в спектакле. Да, этот здоровяк меня кубиком попал. Нагло выкинули. Ай, меня убило. Чем, интересно? Ладно, кубиком. По идее, это было очень быстро. А под стол как? Стой, чайник, вот, я тут. Я здесь, я с тобой. Здрасте. Плохая игра мне не нравится. Что я поменял скин. Да, мы крайне рады. А где эффекты? Погоди, ты изменил бодитайп? Да. Хорошо. У тебя мне разве нравится. Не было эффектов вокруг тебя таких каких-то... Да, у меня были эти дроны, я их забыл нацепить. Хорошо, потом. Цепи. Вот. А то я даже умудрился самолеты нацепить. Так, поделишься как можно спектаклить, кроме как в окошко... Где последний? Никак. Никак, ясно. А, нет. Нажимаешь слева на три полосочки. Угу. Понял, спасибо. Что? Я выиграл. Он... Нет, сомневаюсь. Время вышло. Нет, я выиграл. Нет, написано, минис выиграли. Миники выиграли. Блин. Да. Но я же выиграть хотел. Хотели, да. Ну, все. Опять же, сегодня мы играем по просьбе наших подписчиков. Этот режим нам порекомендовали. Пока что выглядит очень весело, очень забавно. Посмотрим. Это полупрятки, полувышибалы такие. Посмотрим. Так, да. Тут стоит чувак, да, в крутой позе. Йоу. Ты про меня? Нет, про вот этого. Хотя, может, ты тоже стоишь в крутой позе, просто я тебя не вижу. Я на елке. Нет, фишка в том, что просто у нас с этим чуваком одинаковые лица. А! У нас с тобой тоже одинаковые лица. Прекрасно. Вот, смотри. Так, кто гигант? Я. Нет, у тебя ой, лицо... Ой. У тебя какая-то улыбка я правильная. Я вернулся. Где все? Чёрт. Что со мной не так? Помогите. Алло. Ищи. Ага. Нет! Чё ты за бутылку-то сразу? Пожалуйста, не надо. Как её бросить? Пустите. Ой, ногой топнул. На-на-на-на. Там потолок, сзади тебя потолок кого-то выкакал, посмотри, побежала вон по досточке. Зачем ты ему подсказываешь? Это потом... я! Нет, это не ты, там девочка другая бежала, вон она на полу, посмотри на нее, вон она. Дави ее! Я уже одного ловлю. Вот это ты я! Ты уже поймал, да, ты уже пику поймал, вон, дави ее. Гаси! Нет! Спасибо, я пошел отсюда. А, блин. Ой, я нашел пасхалку. Привет, чувак, я тут не одиноко. Я тебя. Ты тут миллион. А ты меня не достанешь. А, да? А вот в туалете. До свидания. Смывайся. Чё? А! Блин, книжкой пришел. Двоих. Они, кстати, увеличиваются в количестве после каждого броска. Серьезно? То есть это типа такая книга-дробовик? Да. Где последний? На телеке. Да, за телеком стоит. Раз уж сдавать, так сдавать полностью. С другой стороны. За телеком, чувак. Телек. Ну ты же видишь телек? Телек. Что такое телек? Что такое телек? Телевизор. Телевизор. Как тебя прихлопнуть? Ебать, пошел. Топчи! Наступи на него. А, так можно? Да, можно. Все. Алло. Да, тебя слышно, иди. Ну, наконец-то, только с 10-го раза. Слышно. Просто тут у вас акты были, да? Да. И вовремя. У Пики больше всего процентов на то, чтобы быть гигантусом. Почему? Блин, а почему проценты падают? У меня только что было больше процентов, я не стал гигантом, а проценты падают. Фигня. У меня 23. А, да, может, тем меньше, процента. Тем больше? Сколько, 2? Да. Давайте на первую карту. Ну, потому что только что было... Ой, тут кот шаурма, смотрите. А где? Может быть гигантом, блин, это плохо? В туториале, идем в туториале. Вот здесь, по шаурма. Туториал. О, я гигант! Опять! А, нет, это гигант еще был, какой-то... Да, да. Гигант мысли. А, R, or, trigger. R это наступить, C это ползать. Это
буду бежать за Хумом. Да почему здесь нельзя сныкаться? Что? Залай! Свалите нафиг! Как чат закрыть? Я пошел. А, у меня все от первого лица. Он ползает. Да. Я тут все пропустил, короче. Ползет с бутылкой. Ты был не лучше, если что. Я хотя бы прямо шел. Так, чувак, он с пустой бутылкой, да, все. Ой, блин. Пополз дальше. Мусорка. Возле мусора. Ты почти на месте, положи бобы. О, убил кого-то, неплохо. Она на ступеньках, давай, бей её. Я вывалил карту, меня обратно это тэпнули. Не надо, я же тебе подсказал. На! Халк крушить. А как? Встань. Алкаш крушить. Алкаш-потрошитель, ну-ну. По-моему, звучит как название серии. Что с его головой? А ну, Фрума. У него глаза закрыты. Тут адмирал. Уходи. Блин, а кто же знал, что у него нога такая длинная? Как можно наступить в вентиляцию? Я успел сныкаться. Да я видел, у меня просто кулдаун был. Я ж туда только пришел. Я знаю. Я специально пришел и сразу обратно. Я видел, куда ты там. А я вижу, куда они тэпаются. Стой. А, у тебя А, у тебя высвечивается, ах ты ж мелкий. Нет, они просто телепортируются, и там моделька проскакивает. Их утягивает, да. А ты последний на карте. Да, не сдавайте, пожалуйста. А сколько ты мне за это заплатишь? Один вкусный булка. Не, это вон вот этому, который ходит, вот ему нужна одна вкусная булка. Ладно. Это очень смешно. Блин, у нас какой-то квадратный юмор. А я застрял, помогите. Я вот так, кстати, всю катку. Серьезно? Ну, в принципе, сидеть и не отсвечивать, это лучший выход. Не, он меня, конечно, уже нашел там у мусорки один раз, но я не знаю, он прям реально меня нашел или нет. Я в коробке сидел. Так, что ты мне подсказываешь, что я вас сейчас топтать буду? Не надо. Смотрим. Ян шанс 2. 8. Ну вы все уже свои шансы подропали, остался я. Сейчас раз такой 2% шанс у пики такой. Опа. Вполне возможно, с моей удачей я могу это допустить. У меня 2%. Я же говорю, с моей удачей я могу допустить, что ты с 2%. Давайте первую карту. Давайте, там еще не были. Sorry, tutorial is not done yet. Неплохо. Сколько у тебя процентов? 21. Неплохо. Захафиди. Да. Хорошо, продолжаем копить. 27. 24. 13. Да. Он такой был 27, 20. Ой, блин. И что делать? Да прятаться. А это та карта, которую мы начинали? Я, кстати, застрял. Ну, с почином. Да меня бомбит от этой игры, пришел же расслабиться. Это ж тебе не гольф. Выпусти меня. Сигман теперь чайник или нет? Да. Да. Всем привет. Меня задавили. Меня попросили, кстати, брать на чайнику. Уйди от меня. Прекрасный скин не отсвечивал. В прошлой игре это не мешало в этот раз. Бутылку. Да что у нас сегодня бутылочная серия какая-то? Что происходит? Я за корабликом спрятался, и меня не могут трогать. Ты у нас untouchable? Так, Першин. Вон, она тебя видит. Она меня видит, она не может меня трогать. Блин, а я там прятался, я испугался и убежал, и меня убили в другом месте, надо было тут оставаться. Меня у чемодана зажали. Зачем? Не знаю. С какой целью, да? Смерти мои хотели. О, привет. О, привет! Пойду... Тупая или притворяется? Фух. Она, кажись, потеряла ко мне интерес.
Она просто очень сильно воспылала интересом к Пике. Оп, его задавили. Теперь ладно, теперь твоя очередь. Ты последний. А эту бутылку взять... А, кубиком пытается продавить. Ну все. Ой, все. Давили. Ой, все, да. Ой, все. Ну, ладно. 20% шанс. Ну, знаете, ребят, мне кажется, игра относительно честная. То есть я не вижу какой-то имбы за мелких, я не вижу какой-то имбы за великана. Ну, пока я не играл за великана, но из того, что я пока что видел. Ну, то есть есть шансы и там, и там. И как та самая моя нычка за коробками. Блин, дальше у меня не было пути отступления. Пошлите на вторую карту. Нет, меня тогда не убили. Мы на первой карте не были, это же школа. О, первый месяц каникул еще не закончился, ты уже в школу хочешь? Ну, давай. Платить не сай. А если есть на это. Зло. Повезло, повезло. Повезло, так повезло, повезло. Так, надо сныкаться где-то. Подождите, я даже не успел сныкаться. Я нашел нычку. Все. Я здесь до конца. О, я першина утоптал. Тупой пес. А как? Я же в дырку спрятался. Не успел. Так, ладно. Ой, блин, как тут... С головой. Давай я буду подсказывать с компьютером. За компьютером сзади. Не-не-не, не надо, не надо, не надо спойлерить. Твои, а. Своих не пали. Там за компьютером я нет. Не буду своих палить. Привет, Пика. Блин, вот мне сейчас на кресле посидеть. Зайди глубже в нычку. Так, погоди. А, вот, нормально. Пика, зайди глубже в нычку. У меня здесь самое крутое место. Так, дэмэдж такой себе. Так, три человека осталось. Я это поломать не могу? А, я могу через это пройти, нормально. Я тебя видел? Нет! Ты меня не видел! Хватит! Не надо! Ну ты отсвечивал колпаком, что я тебе сделаю. Так, осталось два. Вот это мы хе-хе-хе, много понятно. Ой, я знаю, где они. Так. А ну тихо! Не пали нас. Он на стуле! Что? Хочется на огромном кресле посидеть. На стуле я видел кого-то, но... Я думал, что мне показалось. Ну вы черти, конечно. Палите меня. А, на этом стуле? На этом стуле я не знал. Ну все. А, стомпнуть я не могу сюда. Привет. Но страшно. Это ж... Очень страшно, если мы знаем. Ну блин, а это же не достать теперь, ты чё? Да. Давай присядь. Что там, под столом он? Да. Ай. Да. Отстань. Я потерялся. Я на тебе сижу. Вези меня, большая черепаха. Ай. Так, классно. Последний остался, но у меня времени уже нет. Ты сожрал... А, вот! Кидай! Стоял и ждал! Нет! Ладно, Пика выиграл. Лично... Нет, не лично Пика, конечно. Чайник потянул время очень прилично, так, не своим стулом жидким. Но все же. Разрачь. Не надо. У меня целых 26%. Да Пика, крыса, меня спалила, сам убежал. Кого сколько процентов, кстати? 23. Ну, 3, все, я уже как бы тут все. У меня 26. Пошлите на вторую карту. Мне тут... Мы на второй карте не были. Не, чувак, я не знаю, насколько это превью, но это выглядит слишком. Что тебе скинули? Да, Пика мне скинул, как я выглядел со стороны. Я что, не мог себя видеть. Да. Но вот этот вопрос, что у вас с головой, это ко всем людям, кто играет. О, дети смерти. КТ второй раз уже. Так, как мне... Никак, желательно вообще никак, в принципе. Как мне топтать? Топтать. Это кнопка. Кстати, когда... А почему у тебя все нормально с головой? Как-то инвалид. Прозвучало немного странно, ну ладно. А, кстати, Пешин, привет. А, ну да. Да, ну да.
Поп-поп-то на самом деле адмирал. Он уже давно с нами. Нет, я про другое, ребят, если что. Я его тут просто в игре увидел, а вы тут что сразу-то? Сразу-то что вы тут, а? А? Ой, я банку сломал. Ну, кстати, я спрятал. Мне не жаль, Брэд. I'm not sorry. Ну, хорошо. Тут можно в салфетке... Ой. Спалился. Да ну! Почему у меня есть кнопочка Е схватить яблоко? Причем с такой дистанции. Привет. До свидания. Как ты можешь схватить яблоко, если ты маленький? Вот такой же вопрос. Да еще и с такой дистанции-то. Я кубик Рубика могу схватить. Я в каких-то дисках. Слушай, пика. Адмирал, ко мне! Пс, парень. Эй, парень. Не хочешь спрятаться, да? Понимаете, если он найдет одного из нас, он найдет всех. Говорите за себя. А, ну там еще адмирал, да, он не пришел к нам, он там стоит. Это я. А что? Ты это рядом со мной. Это сила, которая пытается штурмовать стену, такой... Привет. Привет. О, я слышал звук. А, ты тут тоже? Минус да. Где? Так я давно здесь. А я не знал. Вот видишь, какая хорошая нычка? Иди нафиг. Вот, он там. Вот. Смотри, вот он там. Убей пику. О, минус. Красавчик. О, так значит вы тут. Так, да. Народ, тяните время. Что, я убежал, давай, пока. Давай, 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 все, что? Вали. Я вам не верю, где вы? Он не убежал, он в розовых салфетках. Или что? Пика крысич. Вы в любом случае, вы все спасаете меня, так что большое вам спасибо. Он с другой стороны. Эй, кот, вот я здесь, смотри, в огород. А я тут. Где ты, где? Вот я там. А, так, я не понял, это выжил или нет, чайник? Да. А, хорошо. Да. Несмотря на попытки пики спалить меня. Да, пика могёт. Спалите пику, пожалуйста, когда я буду гигантом. Да. Ага. Ты не будешь гигантом. Да, 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 да. Такой перманентный бан. Не будешь гигантом. Хочу тоже карту. Можно? Паника. Неплохо. Ты тоже головой развлекаешься? Ну, оно, камера так прикольно водится в разные стороны. Смотри. Кому это интересно выглядит по горизонтали? Где? Что-то там не облизывал, погоди. Она. Кто пришел? Нас когда-то... Он ушел сразу же. А кто был-то? Это был? Наса Юадзаки какой-то. А. Очень жрали. А кого жрали? Я в стакане! Свали отсюда! Я в домике! Я стакан сквозь! Каким, блин, образом? Я уже телепортировался, главное, я уже оказался на другой стороне, и там меня развалило. Это как вообще? Магия, дистанционный взрыватель. Тут постоянно так, челики сидят где-то. Посмотрю на кота. Это вообще нечестная нычка. А как можно понять, что тут люди? Ну вы чё? Вот, ну да, кот ладно ступил, он сейчас его сейчас сожрут. А... Как это смотрится? Он, короче, берет и шкаф открывает. Вот я через эту же штуку тпкнулся. И тебе сковородки сейчас давай бзды. А там тень видно мою снизу. Пики, а что это за нычка у Пики, извините? Так я и говорю, что это нечестно, а как туда попасть? Она же вообще невидимая. Шкаф открывается. Наверное, шкафчики открываются? А, не открываются. Так вы подсказку дали. Шкафчики. И Пика. Скажи симбовая карта. Че ты сливаешь? Ладно. Это мстя. Ужасно. Пика в шкафчике слева... Из тарелок доедает последний сыр, потому что он крыса! Он занят! Я не понимаю, где он? Вот этот? Он уже давно не там, что ты внизу кидаешь? Или подсказываю, или правильно, или не подсказываю вообще. Он рядом. Давай так, он где-то здесь, но я не скажу, где точно.
он левее. Печка. За сковородкой. Ну мы офигели реально насчет сковородки. Это было нечестно, надо дать шанс. Последний игрок тут 30. Ну понимаешь, он меня, он же меня тоже палил постоянно, мне нехорошо ему. Так ты упорный со сковородочкой ходит, такой дынь-дынь-дынь. Где фика делать? Куда он? Открой все шкафчики. Чувак, ты прям в трех соснах потерялся. Да. Надо будет посуду помыть. Он уже готов к приготовлению, смотри на плиту. Да все уже поздно. Давайте мне на той карте стать мини. Я нашел офигеть какую крутую нычку. В смысле дайте? К кому ты обращаешься? К разработчикам? Так тут нет никого. Мне дайте. Мне надо. Надо. Ело. Так, кстати, тут обе есть. Я первый раз вообще вижу. Фига себе, а что будет? Сложно. Да, сложно. Айфон подпадает. Что это такое? Ну и что мне с айфоном делать? Зачем он мне нужен? Третья карта, давайте, третья карта. Хотя, не знаете, вот эта фишка, айфон всегда можно выгодно продать. Они не теряют цену. Да. Опа-на. Да. Повезло, повезло. Ну давайте посмотрим на Першина в роли Гигантуса. Кот на месте смотрит, такой, типа, что происходит? Так. Надо спрятаться. Зачем? Я ныку даже не нашел, мне спрятаться не дают. Ой, кот, я нашел. Кот сюда, кот сюда. Где ты? Где тихо, я? Пока не могу выдать себя. Вот, видишь? Нет, я возле адмирала. Я буду продолжать смотреть находящую Годзиллу. Вижу. Не скажу, иначе меня раздавят. Кот, я вот он, кот. Пика, свалите все от меня! Чего она побежала? Он в огороде! До свидания. Что тут делают? Ладно, это разработка. Ныкаемся от большого протогена. Погодите, я могу на вас наступить? Бета, посади меня на... Протоген, блин. О, фига, какие 12 секунд, вы что? Помогите! А почему кулдаун такой огромный? Блин, я думал, уже прошло время, то есть я... Телепортнулся, просидел там 3,5 часа и смотрю еще 12 секунд. Какие 12 секунд вообще? Так, код готов. Блин, так, хорошо. Фу, это е. А предлагаю ему визоры. Ты не офигел? Я просто когда спектейт нажимаю, я тебя не вижу. Как тебя должен великан заметить? Че ты такое? Че ты заебал? А, это где-то я в прошлый раз кот выковыривал. Нет, ну это вообще нечестная нычка. Я нажимаю спектейт и такой, а где вообще? Пика, беги! Где? Нету. Лап. Менчик. Фокус с исчезновением. Я еще полминуты, давай. Ищи. Давайте на последние 10 секунд дадим подсказку. Нет. Он в огороде. Что в огороде? Ты нашел кого слушать, да? А, ты все равно стоишь. Нашел. Бей их, давай. Они уходят. Давай, бейте их. Они огород. Как он меня достал? Есть, выиграл. 3 секунды оставалось. Красавчик. А как он меня достал? Молодец. Просто упал на вас, по-моему. Это не огород. Ладно. Блин, офигенная игрушка. Ребят, спасибо, что посоветовали. Пока что будем... Блин, истерички с елками. Я лучше повернусь в другую сторону. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодцы. И всем покеда.